В течение целого месяца, вплоть до 14 сентября, артиллерия Центрального военного округа примет участие в учениях, в том числе на территории Тотского полигона. Артиллеристы будут совершенствовать профессиональную выучку, наращивать боевое слаживание подразделений, а на заключительном этапе сбора проведут тактические учения с боевыми стрельбами по одиночным и групповым целям. В выполнении учебно-боевых задач задействовано более 1000 средств артвооружения, военной и специальной техники. В течение месяца артиллеристы Центрального военного округа будут совершенствовать профессиональную выучку, наращивать боевое слаживание подразделений, куда будет входить перевозка железнодорожным транспортом, совершенствование марша своим ходом и развертывание дивизионов и батарей. Принимает участие более 4500 военнослужащих на 4 полигонах округа, в том числе на Тотском полигоне в Оренбургской области. Будут проведены тактические учения с боевой стрельбой по одиночным и групповым целям из самоходных артиллерийских установок М-100С, Акация, реактивных систем залпового огня «Град» и минометов. В том числе стрельбы будут проведены в ночное время. Артиллерия должна действовать успешно как днем, так и ночью.